Друзья, приветствую вас. Прибыл на водоем, на рыбалку. Река Терса. Что у меня получится? Покажу, половим, поплаваем, побросаем приманки. Покажу, какие, чего, как я ловлю в данном водоеме. Ну что получится, смотрите. Вперед. Ну вот, первая рыба. И такая малюсенькая. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, 150-й воблер, и шнурок, наверное, 155-й. Беги. На месте. Так, друзья, и есть у нас поклевочка. Щучка неплохая. Сейчас перевернусь. Хороша. Неплохо давит. Хорошая, хорошая щучка взяла. Вот такая вот красотуля. Он что вытворяет? И под лодку. Вот она. Вот. Красоточка. Вот взял я ее. Ну, такая щучка, килограмм, может, 200 кг, 300 кг. Ну, короче, от 1 до 1,5 кг такая вот щучка. Неплохонькая. Этот воблерок, воблер, что друг подарил, продолжает радовать поимкой. Хорошая рыбка. Ага, друзья, есть у нас еще одна поклевочка. Вон она, ползет наша щучечка. Вот. Кислотный китайский воблер. Так. Вот такая вот щука. Щука. Замечательно. Сейчас освободим ее. Вот такой вот, друзья, китайчик. Тоже весь уже обкусанный. Еще с весны, как с береговой рыбалкой. Я его прицепил, так его и кусали с той поры. Ну, а взяла она все по стандарту. Вдоль вот этого камыша, тростника. Вот такие вот выпады. И бросать-то приманку. Буквально тоже 2-3 анимации. Бабах такой ударчик. Все прекрасно. Ловим дальше. Друзья, вот это вот уже серьезный аргумент. Вот это да. Буквально следующий заброс. И вот такая вот щучка. Прям следующий заброс. Такая же система. Вот такая вот. Но это побольше. Это уже такой явный килограмм. Подальше сейчас отставлю. Вот так вот, друзья. Со следующего прям заброса буквально вот выступ идет. И перед выступом положил приманку воблера. И не успела даже приводниться. Не, ну раза два, наверное, дернул я все-таки. Удар такой и сразу в траву моментально повела. Красавица вот эта вот пятнистая злодейка. Так, друзья, есть поклевочка. Тростник завела. Щучечка. Вот такая вот малявочка. Ну, грамм 500, 600, наверное. Не знаю. Вот так вот. Вот она, друзья, кракозябра. Сейчас пойдет гулять отсюда. Тише, тише, не рвись. Меньше рваться будешь, целый больше останешься. Ну, беги, что ли.
Ну вот, друзья, подошла к концу моя рыбалка. Все, что у меня получилось, все, что я поймал, вы видели. Ну а как там, понравилось, не понравилось, естественно, вы оцените. Я считаю, что все у меня получилось. Провел время нормально, осеннее такое, тихий денек. Так что все замечательно. Ну а так, всем здоровья, добра. Смотрите, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе следующих видео. Ну и всем добра и здоровья. Пока.